Ага, рад всех еще раз приветствовать. Давайте я представлюсь. Да, меня зовут Якимов Михаил. Нахожусь я в городе Нижний Новгород. С кем-то мы знакомы, с кем-то мы не знакомы с вами. Бизнес развиваем мы вместе с супругой. Супругу зовут у меня Татьяна. В бизнес она у меня первая пришла, показала мне дорогу, собственно, как у всех. Да? Кто откуда, кстати говоря, ребят, напишите, пожалуйста, внизу есть табло. Возможно, на вебинаре есть новички, можно написать сообщение, кто из какого города. Вот, чтобы посмотреть традиционно наши широты. Да? Санкт-Петербург, сам я с Нижнего Новгорода, есть ребята наверняка из других городов. Вот, так, Брянска, не стесняемся, давайте общаться вместе, дайте, пожалуйста, обратную связь. Так приятней вести вебинар, когда слышишь, что люди тебя слышат. Бурятия, Ярославль, отлично, Челябинск область. Все с разных городов. Ага, Яшкино, классно. Барнаул, Барнаул, особый привет с Барнаула. Много людей, наверное. Пенза, ага, классно. Ребят, спасибо за обратную связь. Воронежская область, ага, отлично. Так, на записи я поставил. Сегодня постараюсь вам рассказать те моменты, почему именно Oriflame, да, почему именно Wellness. Поговорим про нашу классную линейку, да, которая есть в компании Oriflame. Ну и почему именно, собственно, я в Oriflame, почему именно я пью и употребляю Wellness. Да, до вас немножко донесу информации. Сам я не медик, но, несмотря на это, да, два высших образования. И для меня очень важно разбираться в том продукции, в той продукции, с которой мы в целом, да, работаем, с которой мы сталкиваемся. Потому что нельзя о чем-то говорить, собственно, не попробовав. Вот. Собственно, в Oriflame пришел, да, первым таким камнем преткновения для меня была вообще, в принципе, компания Oriflame. После того, как я узнал, что в Oriflame есть деньги, есть возможность заработать много, есть возможность получить, да, много свободного времени, есть возможность, в принципе, бизнес свой развивать. Да, я принял Oriflame. Потом передо мной встал такая линейка продукции Wellness. Да. Собственно, в голове никак не укладывалось, что как так косметическая компания, да, и есть какие-то БАДы, есть витамины, есть коктейли. Как компания косметическая может не относиться вообще к фармацевтике? Вот. Ну, после того, как изучил, собственно, да, все вопросы отпали, ну, и с вами сегодня, конечно же, постараюсь поделиться той информацией, чем сам владею. Не буду рассказывать о формулах, да, медицинских, потому что, собственно, я их не знаю. Поговорим так достаточно просто. Смотрите, ну, для каждого из нас, для каждого любого нормального человека в жизни есть те аспекты, на которые он обращает внимание, ну, и, собственно, которые формируют его жизнь. Я выделил несколько таких моментов. Да. Первое – это саморазвитие. Для каждого из нас очень важно развиваться, получать какую-то информацию, чтобы наши мозги работали, чтобы они двигались, чтобы там импульсов проходило много, чтобы мы с течением возраста, да, были активны, и у нас был ум, чтобы мы всегда были в здравии, да, в здравом уме, собственно, всегда понимали то, о чем мы говорим. Важно? Важно. А второй очень важный пункт, это я выделил это как бизнес, но это по-разному можно назвать, то есть бизнес-состояние в карьере, то, как человек состоялся в каком-то своем деле, да, у меня это, собственно, бизнес. Тоже очень важно. То есть для человека очень важно быть нужным, да, ну, быть признанным в каком-то конкретном коллективе и понимать, что то дело, над которым он сейчас работает, чтобы оно служило какой-то пользой, да, для других, возможно. Ну и быть состоятельным, да, чтобы это у него в результате получилось. Да. Мы не хотим быть теми людьми, которые пол своей жизни или всю жизнь положили на какую-то работу и тебе сказали «до свидания». Да. Мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы был какой-то результат. Вот. В данном случае это бизнес. Да. Для этого стоит, так скажем, жить и развиваться. Очень важно в жизни каждого человека это отношения, да, это семья, это любимые нам люди, и, собственно, они тоже как-то так или иначе влияют на наше развитие и другие аспекты, да.
также. У всех у нас есть дети, да. Если ребенок вдруг заболел, если ребенок нахмурился, мы подбегаем, спрашиваем, что случилось, как ты, да. То есть это тоже влияет на нашу жизнь, на наше настроение, на наши какие-то действия, будь то бизнес или карьера или еще что-то. А, да, влияет? Влияет. Что еще, да? История успеха, признание. Очень, конечно, всем, я думаю, хочется быть признанным, быть в своей, опять же, карьере, в бизнесе, в работе, чтобы тебе подарили какую-то грамоту, да, если это работа, касательно работы. Если это бизнес, конечно, хочется выходить на сцену, да, чтобы тебя поздравляли, чтобы тебя признавали, чтобы, ну, собственно, да, это обычные человеческие качества, которые, собственно, каждый, наверное, хочет. И, ребят, вот этого ничего, наверное, не будет, да, или это будет, но краски будут очень блеклыми, если у нас не будет здоровья, да, то есть если здоровья нет, если у человека подорвано здоровье или какие-то нарушения, какие-то отклонения, все остальное, собственно, краски блекнут, и уже нет такого, да, нет горящих глаз, то есть очень становится тяжело. Поэтому о здоровье, собственно, нужно думать сегодня, о здоровье нужно думать, когда здоровье есть, но это, собственно, как о деньгах, да, есть такая поговорка. О здоровье и о деньгах нужно думать в тот момент, когда они есть. Если здоровья нет, то придется, да, вложить большие деньги, да, если что-то можно еще сделать. Но часто люди, которые работают на тяжелых работах, на каких-то профессиях и подрывают свое здоровье, то дальше, да, уже достаточно тяжело восстановить все это в том состоянии, когда это было раньше. Вот я думаю, вы со мной согласны. Вот поэтому тема здоровья – это очень важно. И, собственно, вот знаете, так, такую хотелось бы параллель провести и поговорить о ценности продукции и цене продукта. Вот. А, ребят, а есть вообще сейчас в вебинарной комнате люди, которые не знакомы с линейкой Wellness и вообще не знают, что такое Wellness-продукты? Наверняка есть новички, потому что промоушен на чат, да, в новичковых чатах наверняка тоже есть. Есть, ребят, новички, которые не знакомы с Wellness, ну или что-то даже не покупали из линейки Wellness, не знают, что это такое. И для многих это вообще знак вопроса. Wellness – это знак вопроса. Есть такие? Можно вот написать, плюсик поставить, чтобы видно было. Или все знают, все знакомы с категорией Wellness. Так, ну я продолжу, да, можете написать. Смотрите. Цена продукта и нет, наверное, таких. Ну, понятно. Но это, наверное, хорошо, да? А может быть и плохо. Наверняка в структурах есть люди, которые только присоединились, но которые не знают, что такое Wellness. Ну, узнают в любом случае. Есть. Вот Ирина не знает, что такое Wellness. Ирина, ну, значит, вебинар этот сегодняшний для вас. А вот, смотрите, цена продукта и ценность продукта, да? Два важных таких параметра. Когда я пришел в Oriflame, я знал, что Oriflame – это косметический бренд, косметическая компания. Ага, Анна еще не знает. Ага, спасибо, что пишете. Вот, когда я пришел в Oriflame, я знал, что это косметическая компания, я узнал, что там можно деньги зарабатывать, да, через какой-то промежуток времени, что это бизнес, что это предпринимательство, собственно, что здесь можно много заработать. И когда мне рассказали, когда я увидел, что есть Wellness, да, это биологически активные добавки, есть витамины, есть протеиновые коктейли, для меня стал огромный знак вопроса, да, как так, как косметическая компания, какие-то порошки. То есть я видел коктейль, да, могу вам даже, кстати, показать, сегодня у меня здесь все перед собой, это коктейль Natural Balance, который предлагает компания Wellness. Это классный на самом деле продукт, но для меня вот этот коктейль в тот момент, когда я не знал, для чего он, для меня вообще вызвало такое удивление, что мне казалось, что этот продукт достаточно дорогой, что вместо покупки вот этого продукта можно там купить, к примеру, да, там мясо или еще что-то, или еще что-то, или витаминов. Для меня ценности не было продукта, да, и цена для меня оказалась дорогой. С течением времени, когда я узнал информацию, которой с вами сегодня хочу поделиться, для меня, конечно, все это изменилось. То есть для меня ценность продукта возросла, и неважно, какая бы там стоимость продукта ни была. Это, знаете, как вот пример такой. Вот есть молодые ребята, да, молодые люди, которые 20 лет автомобиль покупают, да, там, дорогой какой-нибудь автомобиль. А люди там не зарабатывают больших денег, бывает, да, не зарабатывают этих денег, машину берут в кредит, ездят на этой машине, и форс такой у них, да, вот у меня машина, я могу перед девчонками кататься. Для них ценность продукта велика,
да, неважно, какая цена. То есть человек пол своей зарплаты может отстегивать, отдавать за эту машину, но он будет, для него ценность продукта самое главное. Точно так же и здесь. Мы имеем дело с классной продукцией, которую нам предлагает компания Oriflame, и нужно здесь разбираться, да, что это и почему это. Вот, собственно, пойдем дальше. Для того, чтобы поговорить о ценности, да, о вообще содержании, что такое wellness, что там есть вообще, собственно. Хотелось бы, конечно, вам рассказать, ребят, ну, ту основу, ту платформу, да, вообще для чего это, да, что такое здоровье, что должны, какие вещества должны к нам приходить, чтобы нам поддерживать свое здоровье, да, в нужном состоянии. Вот. Вы все, в принципе, об этом, я думаю, знаете. Смотрите. Так, кто-то по цифре 17, без фамилии. Смотрите, а что нужно человеку, чтобы быть здоровым? Да? Что такое нутриенты? Поговорим сейчас об этом. Вообще существует 5 типов нутриентов. Да? Это биологически значимые элементы, необходимые живому организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Я, с вашего позволения, буду немножко в слайд тоже подглядывать. Смотрите, незаменимые нутриенты не вырабатываются организмом, поэтому должны поступать в наш человеческий организм посредством биологических активных добавок, да, то есть по-другому они не вырабатываются. Значит, они должны поступать в наш организм, да, витаминами, биологически активными добавками. Ни один продукт не может полностью обеспечить наш организм всеми нутриентами, необходимыми для роста и развития. И они вообще делятся, подвисают, да, ребят, ну, что могу сделать? Тут, наверное, дело уже в интернете. Сегодня уже проводил вебинар, тоже подвисал. Ну, ладно, говорите, самое главное, чтобы слышно было. Смотрите, какие нутриенты вообще бывают, да. Первое, две больших таких группы. Это макронутриенты, это белки, жиры, углеводы, да, вы все знаете об этом. И вторая, микро, это витамины и минералы. Да? Все достаточно просто, только слово такое сложное. Вот, сейчас поговорим в каждой, да, запись будет, запись поставил. Сейчас поговорим о каждом составляющем, в принципе, да, белки, что такое белки. Ребят, белок это представляет собой строительный материал организма. В каждую минуту, в каждую секунду в нашем организме проходит огромное количество процессов, да, клетки умирают, клетки рождаются, и важный, самой главной такой функцией белка это является строительная функция. То есть для того, чтобы клетка зародилась, да, чтобы она развилась, нужен, конечно же, белок. Собственно, все клетки это, да, они состоят из белка. Вот. Собственно, для того, чтобы мы нормально с вами жили, существовали, чтобы у нас было нормальное, хорошее здоровье, нужно обеспечить наш организм достаточным количеством белка. Белок состоит из аминокислот. Да? Аминокислоты, которые образуются в пищеварительном тракте, да, при расщеплении белков, используются в качестве энергии, да? Но большая часть – это строительная функция, да? Уходит на строительство тканей, органов. Белки участвуют в строительстве и реставрации кожи, волос, мышц, соединительной ткани, а также участвуют в реализации, ну, разных других функций организма. Вот. Это белок. Жиры. Что такое жиры? Жиры – это тоже нутриенты, которые содержат в своем составе наиболее концентрированную энергию. Да? Тоже в наш организм жиры тоже должны поступать, и жиры необходимы для нормального функционирования центральной нервной системы и обновления клеток. Вот, к примеру, да, сразу пример такой простой. Для того, чтобы ребенок, да, маленький, трехгодовалый, к примеру, чтобы у него развивались мозги, чтобы процессы все шли, развитие центральной нервной системы хорошие, да, хорошо шли, нужно обеспечить в наш организм и белок, и хорошие полезные, да, жиры. Вот, дальше расскажу, что конкретно. Вот. Рацион, в котором преобладают насыщенные жиры, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. И напротив, да, рацион, в котором в большем количестве присутствуют ненасыщенные жиры, оказывают самое благоприятное воздействие на здоровье. Две полиненасыщенные кислоты – это омега-3 и омега-6. Омега-3 в нашем рационе сейчас, да, все, что мы кушаем, ее мало, да, ее недостаток.
И напротив, да, омега-6, полиненасыщенная жирная кислота, в большем количестве в нашем рационе присутствует. Для этого, ребят, в наш организм нужно обеспечить нормальный доступ, да, омега-3. На это тоже внимание нужно уделять. Дальше, что еще? Углеводы. Да? Ну, многие тоже, наверное, знают, в принципе, это сахара, да, углеводы. Они бывают простыми, бывают сложными. Две такие категории. Простые – это быстрые углеводы. Это те вещества, которые мы покушали, к примеру, вещество расщепляется, и сахара попадают в кровь и увеличивают содержание сахара в крови. Мы чувствуем прилив сил, мы чувствуем энергию. К примеру, шоколадку съели, вроде бы и кушать не хочется, мы сразу наелись, да, вроде сил полны, проходит какой-то небольшой промежуток времени, и мы чувствуем утомляемость, наоборот, и притупление вот всех этих процессов. И напротив, ребят, сложные есть углеводы, да. Сложным углеводом являются продукты, богатые клетчаткой, крахмалом. Это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые макароны. Их называют медленными углеводами. Они попадают в кровь, да, распадаются, разлагаются, перевариваются длительный промежуток времени. То есть покушали мы, к примеру, там, овсяную кашу, да, ребенок утром покушал, и на длительный промежуток времени, на полдня нам хватает, мы сыты, да, постепенно эти вещества перевариваются и попадают в кровь, обеспечивая, да, наш организм всем необходимым. Вот. К простым же, наоборот, сахарам, да, от них я убежал, относятся фруктозу, сахарозу, глюкозу. И для того, чтобы правильно питаться, для того, чтобы вести правильный образ жизни, конечно же, нужно обратить особое внимание на поступление в наш организм медленных углеводов, сложных, да, вот о которых мы с вами уже говорили, бобовые, там, чечевица и все остальное, да, все прочее. Вот. Дальше, смотрите, важное такое понятие, на которое уделяют особое внимание люди, которые в возрасте. Молодые ребята как-то особо об этом не думают, да, потому что люди зачастую в возрасте начинают думать о своем здоровье. Это очень грустно. Классно, что мы с вами думаем, да, что мы с вами вот молодые сейчас в вебинарной комнате, мы с вами думаем, все-таки слушаем информацию о здоровье. Смотрите, гликемический индекс. Что это такое? Да, мы говорим с вами сейчас вообще в целом о нутриентах, да, об АДах поговорим, о витаминах, обо всем. Вот, смотрите, гликемический индекс – это способ квалификации пищевых продуктов на основе их влияния на содержание сахара в крови. Проще скажу, да, то есть это квалификация, которая о чем говорит? Покушали мы какой-то продукт. Содержание в крови сахара увеличилось количество выделяемого инсулина, да, и для того, чтобы, ну, собственно, регулятор сахара в крови, гликемический индекс, это показатель, насколько вещество влияет на содержание, подъем, либо спад сахара в крови. И сразу пример, да, вот на нашем коктейле Wellness Natural Balance, я дальше к нему перейду, он имеет низкий гликемический индекс. То есть люди, больные, к примеру, диабетом, да, это основная масса людей в возрасте, у них, да, часто диабет, могут не переживать по поводу использования и применения нашего коктейля Natural Balance, потому что низкий здесь гликемический индекс, он не влияет на содержание сахара в крови. Это огромный-огромный плюс, о котором, ну, собственно, и говорят все медики, да, ну, и любой человек это может эту информацию проверить. Идем дальше, ребят. Да, микронутриенты. Что это такое? Что к ним относится? К микронутриентам относятся витамины и минералы. Витамины – это неорганические вещества, которые в малых количествах необходимы нам для жизни. Да, это тоже все с детства знают, что нужно кушать витамины. Да, они помогают формированию костей, тканей, также участвуют в процессах превращения углеводов, жиров в энергию. Дорогой ты мой товарищ, да, по цифркой 17, вы фамилию тоже, можно выйти из вебинарной комнаты, можно фамилию написать и имя, чтобы хотя бы как-то нам обращаться друг к другу, вот, потому что вашего имени не видно. Я сейчас говорю, да, о всех элементах, которые есть в наших коктейлях, в нашей продукции категории wellness, да, пока к продукции не перешли, вообще в целом говорим.
о полезных веществах, которые необходимы нашему организму. Смотрите, микронутриенты, да, витамины, о витаминах рассказал. Дефицит отдельных витаминов может вызывать различные заболевания. Да? Собственно, витамины нам нужны, нужно их потреблять. Минералы, что это такое? Минералы – это простейшие природные вещества, без которых организм не может нормально функционировать. То есть они тоже, минералы нам нужны, и мы с вами знаем, что нужно, чтобы они у нас были. С недавних времен, когда я познакомился с категорией wellness, да, я узнал о том, что есть такое еще и антиоксиданты. Сейчас интернет об этом пестрит, ребят. Антиоксиданты – вещества, которые, собственно, способствуют неокислению или медленному окислению каких-либо веществ, да, в нашем организме. Вот смотрите, буквально по слайду, да, защищают клетки окислительного стресса, да, нейтрализуя свободные радикалы. Астаксантин – это красный пигмент, принадлежащий семейству каротиноидов, содержится в лососе, креветках, является мощным антиоксидантом и обладает, ну, омолаживающим, так скажем, эффектом. Вот. Астаксантин – это антиоксидант, который в 100 раз сильнее, чем витамин С и Е. Об этом тоже все должны знать. Он тоже в нашей продукции есть. Дальше сейчас об этом скажу. Смотрите, как вообще появился линейка Wellness. Вначале, когда тоже я столкнулся, да, познакомился с Oriflame, много было вопросов. На самом деле Wellness – это продукт, который появился не в компании Oriflame. Это продукт, который появился самостоятельно. Да? Есть такой в Швеции большой человек, большая умница, человек с большой буквой Ч, наверное, да? Его зовут Стикстен. Это швед. Вот на фотографии, на слайде вы можете его видеть. Да? Посерединке на левом слайде, вот он посередине в белом халате и внизу тоже. Он кардиолог, он кардиохирург, человек, который провел огромное количество операций, и основная масса этих операций – это, да, направлены на работу сердца, да, на операции сердечных заболеваний. По поводу, да, много у него операций по поводу трансплантологии легких, да, то есть много он операций, огромное количество сделал. Да, информации в интернете огромное количество. Каждый может почитать его биографию. Вот. Он свою жизнь посвятил медицине, и к бизнесу, и к Oriflame он никакого, собственно, отношения никогда не имел. Да. До того момента, пока жизнь его не столкнула, не связала, да, с одним из основателей компании Oriflame, Робертом Афьоником, да, вот справа на слайде тоже вы его видите, да, фотография, да, два брата. Йонас и Роберт. Вот. Судьба их связала, столкнула, собственно, они познакомились, и Роберт, да, человек, который уже состоявшийся, да, с хорошим достатком, он стал финансировать, стал вкладывать деньги вот в проект, да, Стига Стена. Вот. То есть, собственно, так и появился коктейль Natural Balance. Длительный промежуток времени они его разрабатывали, и Стиг Стен разработал этот коктейль именно для своих пациентов, которые плохо восстанавливались после операционный период. Да? То есть люди, которые после операции, которым пересадили сердце, которым пересадило легкие, Стиг Стен заметил, что очень важно, да, влияет на восстановление человека в послеоперационный период, это питание. Вот. Работало огромное количество врачей в этом направлении. Собственно, так и был произведен, разработан коктейль Natural Balance. И прошу всех заметить, то есть коктейль Natural Balance – это, собственно, не продукт для того, чтобы кушать коктейль там, с мороженым или со вкусом клубники и наслаждаться им. Это продукт здорового питания, который разработан именно для людей, для того, чтобы восстанавливаться в послеоперационный период. Ну и в целом, конечно же, сами мы его тоже потребляем, используем. Это вещество, коктейль, в нем огромное количество белка, да, с содержанием, то есть необходимым, с нужным содержанием аминокислот. Вот. Так он появился. Да, дальше коктейль. Сейчас следующий слайд будет. Да. Смотрите.
Wellness от Oriflame является результатом многолетних исследований и разработок под руководством опытных экспертов с богатым профессиональным опытом. Есть такое местечко, да, на юге Швеции, называется оно Игелиоса. Вот. Там расположен наш научно-исследовательский, да, центр, где работает ряд, большое количество сотрудников, да, под руководством Стига Стена. Сейчас они там работают. Стиг Стен в данный момент, да, насколько я знаю, насколько у меня есть информация, он сейчас операции не проводит. Он сейчас преподает в Лунском университете. Лунский университет, он очень связан с научно-исследовательским центром, который находится в Игелиосе. И вот в Игелиосе, в этом научно-исследовательском центре, да, работает большое количество людей, конечно же, с высшим медицинским образованием, людей, которые разрабатывают много всего для нас с вами. Да, там есть доктора, технологи, медсестры, да, нутрициологи, повара. Есть лаборатория, есть сертифицированная клиника, кухня, гостевые комнаты. Ну, собственно, центр питания в Игелиосе – это особое отделение научного центра, которое занимается нутрицептикой и разработкой новых продуктов. Вот. То есть огромное количество людей приезжает в Игелиосу, чтобы посмотреть, как это, что это. Ну и, собственно, наша компания часто организует поездки, да, туда, в Игелиосу, для того, чтобы наши лидеры встретились со Стигом Стеном, могли задать ему вопросы, ну и, собственно, руку пожать. Вот так, да. То есть, ребят, это wellness вообще, это не какой-то маркетинговый ход. Да, это не продукт, который появился для того, чтобы, да, мы его продавали. Это продукт, который появился во благо здоровья. И потом уже в процессе, да, когда Роберт Афьюник, да, со Стигом Стеном познакомились, продукт был запатентован Oriflame, и сейчас он есть у нас, собственно, да, мы как дистрибьюторы, да, лидеры, дистрибьюторы, команды, мы его наблюдаем в наших командах, да, мы его используем, сами пользуемся. Но в начале wellness он шел для наемных сотрудников компании. Да, многие знают, есть такие наемные сотрудники в компании, астмы, руководство. И вначале, когда wellness показал хороший результат, когда его уже опробовали на больных, да, когда сделали определенные, ну, не опыты, да, а пробы определенные, давали wellness людям, которые после операционный период, да, кушали нормальную еду и добавляли к нему wellness, да, natural balance, и давали, сравнивали с теми людьми, которые, да, употребляли в пищу обычную еду. То есть восстановление людей по всем параметрам, да, показало, что более быстрее человек восстанавливается, да, те люди, которые используют, применяют, кушают wellness. Да. Вот. Итак, он, продукт попал, собственно, вот к руководству, у наемных сотрудников они потребляли, конечно же, почувствовали, да, хороший результат. И с течением времени wellness появился уже в наших структурах, появился в каталогах. Сейчас мы с вами можем любой продукт из этой категории наблюдать с вами. Вот. Дальше. Линейка wellness. Чем она представлена? Да? Много всего на самом деле есть. Ребят, я хочу еще на чем внимание заострить. Wellness разработан в Швеции, в Игелиосе, как я сказал. Производится сейчас вот Natural Balance конкретно на фармацевтическом, как сказать, конвейере, что ли, да, корпорации, которая называется Multipower Germany. Это фармацевтическая компания, которая разрабатывает продукцию здорового питания, да, изготавливает, да, то есть продукт уже разработан, и они его разрабатывают, изготавливают, точнее. Вот. То есть производится сейчас этот коктейль в Гамбурге, приходит к нам, собственно, оттуда, соответствует высочайшему стандарту качества GMP, да, многие можете эту информацию проверить, загуглить, сейчас любую информацию можно проверить, любое сказанное слово можно проверить, да, в интернете, сейчас проблем с этим нет. GMP – это высочайший стандарт качества, который говорит о том, как изготавливался, на каком конвейере, где изготавливался продукт, из каких элементов, из каких веществ, собственно, да, то есть такой высочайший стандарт качества. Это вам
не те продукты, которые изготавливают у нас в России, к сожалению. Вот это, да, то есть в России все не так. Вот здесь обязательная сертификация качества имеет место. Вот. Что дальше? Что дальше вам рассказать? Смотрите, какая линейка есть вообще, да, по поводу продукции Wellness. Три коктейля, три разных вкуса. Это шоколад, это клубника, это ваниль. Собственно, сам пробую каждый, да, каждый из вас может познакомиться с любым, его заказать. Есть огромное количество выгодных подписок, да, для того, чтобы сделать наиболее выгодный личный товарооборот, можно оформить подписку Wellness, просто подписку Wellness Life Plus, тут как удобно. Можете, ребят, в командах вот эту информацию у себя, у спонсора спросить, как мне сделать подписку. Я сейчас не буду на этом внимание заострять, немножко расскажу, да, про все понемножку. Также помимо коктейлей, которые можно сделать на воде, на молоке я люблю. Собственно, были на банкете директоров, ребят, там делали шоколадный вкус, мы пробовали с мятой в блендерах больших, там добавляли туда банан. То есть вообще очень-очень классная штука. Особенно самое главное, даже не то, что вкус, да, он вкусный, но и самое главное то, что понимаешь, что потребляя одну порцию коктейля в сутки, да, норма, можно употреблять две. Ну, там для мужчин многие рекомендуют, да, лидеры, спикеры говорят, что мужчинам лучше по две, да, потому что мужчин много сил расходуется, чтобы мужик был всегда в тонусе, в силе, можно себе два коктейля делать для того, чтобы был приток белка в наш организм. Вот. Про что я хотел сказать? Это что-то вылетело мысль. Так, сейчас вопрос. Смотрите, по поводу усвояемости, да, метаболизмах вот наших витаминов, да, ПЭК. Сейчас о ПЭК отдельно поговорю, на слайде тоже он будет. Буквально в прошлую субботу с супругой были на семинаре, где присутствовал эксперт от компании Oriflame, Дарья Долецкая, если не ошибаюсь, я по фамилии. Ребят, тоже много вопросов ей задавали. По поводу усвояемости она сказала, что вот если говорить конкретно по поводу употребления Wellness Pack, вот он, да, чтобы вам наглядно было, сейчас дальше я вам покажу, ежегодно, да, вот сам я лично употребляю Wellness, линейку Wellness уже год. Каждый день, да, я пью коктейль, а каждый божий день я употребляю Wellness Pack, это вот такие витамины. На что она сказала по поводу усвояемости? Усвояемости и накопления в нашем организме витаминов нет. То есть можно употреблять их ежегодно, без перерыва. Единственное, да, на что она сказала акцент, лето, период, когда много... Мы потребляем, да, человек, когда много потребляет витаминов с огорода, с яблока, да, вот кто в деревенской там, в деревне живет, да, в такой местности, где все это есть, потому что в городах все-таки люди с полок все приобретают, да, с магазинов. Вот. Летом можно сделать перерыв, можно сделать, можно не делать. То есть можете летом делать там месячный перерыв или два месяца, если есть такое желание, да, что-то переживать. Можно не делать, то есть усвояемости какого-то накопления нету. Все, что не нужно, оно выходит с мочой. Вот, поэтому можно за это, по этому счету не переживать. Смотрите дальше. Что у нас еще есть, да, в линейке Wellness? Это супы, да, томатные, спаржевые. На самом деле сам пробовал томатный, спаржевый не пробовал. Но многие девчонки в нашей команде, да, и ребята тоже выкладывают фотки, делятся в команде. Там классные, красивые, да, фотографии своих супов, которые тоже употребляют. Ну, у всех разная цель. У кого-то цель похудеть. Вот, да, поэтому можно тоже это использовать, собственно, суп это тоже белковый, да, он много там белка, протеинов, поэтому очень, все самое, так скажем, полезное. Сейчас новый продукт, который у нас появился, это протеиновый комплекс, ребят. На самом деле, у нас он уже есть тоже, мы его себе взяли буквально, вчера, наверное, забрали. Сегодня Таня у меня пробовала, да, он безвкусный, можно добавлять его в любую пищу, там, супы, соусы, смузи, йогурты, неважно. Собственно, вкуса никакого нет, поэтому можно его комбинировать, можно в салаты, для того, чтобы, ну, смотрите, сколько белка нам нужно, мы все равно в любом случае его столько не съедим, сколько нужно, да. Яблок мы не съедим столько, сколько нужно витамина С, поэтому в наш организм нужно обеспечить нужным белком, жиром, да, углеводом, витаминами, минералами.
Поэтому вот в Эллах есть реально все. Вот. Поэтому тоже посмотрите, пробуйте, да, говорите об этом в своих структурах. Вот, вот, видите, уже в чате, ага, делится спаржа, много зелени, да, да, и еще гренки многие делают такие из ржаного хлеба, вообще будет классно. Дальше, да, то, без чего мы тоже, да, я не живу сам, вот видите, мужской пэк, как он выглядит, да, для тех, кто не знает. Пэк – это такой комплекс, да, он состоит 21 пакетик, вот на камере видно, да, вот, собственно, на слайде тоже видно. Здесь две полиненасыщенные жирные кислоты, это омега-3, да, которые нужны нашему организму, суточная норма здесь. Дальше, шведский бьюти-комплекс, астаксантин плюс экстракт черники, да, это и для глаз полезно для наших, ну и, собственно, вообще астаксантин – это всемирно признанный антиоксидант, да, который нужен нашему организму, который притупляет негативные окислительные процессы в нашем организме. Многие даже там люди до звезды пользуются, Мадонна, к примеру, тоже можете посмотреть это в интернете. Да, то есть это не продукт, а именно Oriflame, это всемирно признанное вещество, которое способствует, да, такому окислению, как которое идет, если человек, к примеру, идет нездоровый образ жизни, да, там курит, алкоголь, и то есть быстро человек сгорает. Вот. Конечно, мы говорим о здоровом образе, об образе жизни, собственно, вместе с линейкой Wellness. Вот. И одна капсулка, да, это витамины и минералы, ребят. Вот. Есть мужской пэк, есть женский, вот на слайде тоже есть, они немножко отличаются. Для мужчин это все, что там нужно немножко, да. Мужчин некоторые вещества, для женщин там больше фолиевой кислоты. Вот. Дальше, что еще здесь в Wellness есть? Дочки свои всегда берем мультивитамины, Kids, они со вкусом, ребята, если не ошибаюсь, апельсинка, очень любят, детям хорошо идет, никакой аллергии никогда не было такого, что по команде там слышали, да, потому что некоторые люди говорят, что вот там на апельсин какая-то аллергия. У нас вот такого не было. Вот. Дальше, да, омега-3 жидкая ребенку, собственно, даем с того момента, пока она маленькая была, да, вводили постепенно, немножко, потом больше, 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 сейчас чайную ложку на сутки. Так, вот омега-3 это нужно для того, чтобы мозг работал, центральная нервная система хорошо работала, ну и, собственно, для волос, для всего, да, омега-3. Ну и, собственно, для девушек есть вот такие витамины, да, для ногтей, для волос, ребят. Девчонки тоже у нас много заказывают. Есть, собственно, чат Wellness, да, можете там все конкретные вопросы обсудить. Конкретно где, какое вещество, что и где. Вот, классная штука такая есть у нас, это протеиновые батончики. Здоровый перекус, так скажем. Да, есть шоколадный, есть со вкусом граната. Оба мне, собственно, нравятся, поэтому, ребят, ну, знакомьтесь, пробуйте. Да. Вот. Смотрите, что еще хотел сказать. Ребят, у меня, собственно, так галопом по Европам по поводу продукции Wellness все. Да, конкретно, как я сказал, по каким-то цифрам, миллиграммам, да, я вам говорить ничего не буду. Все это есть в инструкциях, вся эта информация есть на сайте, вся информация есть в чатах. Но я вам скажу так. Вот в нашей структуре, да, люди, которые приходят, которые вначале скептически относятся к Wellness, да, это нормально. То есть это обычное возражение, если человек что-то не знает, ему нужно изучить. Нужно посмотреть, нужно почитать. А кому-то нужно с доктором своим посоветоваться, да, если там человек в декрете, там, да, в положении. Можно взять коробочку, сходить к своему доктору. Если вы считаете, что доктор профессионал, и он вам может дать отдельный совет, то можно с ним проконсультироваться. Вот, то есть... Если человек приходит знакомиться с категорией Wellness, всегда, да, это ему нравится, и он будет брать Wellness у вас сегодня, завтра, послезавтра, через месяц и через год. Он будет у вас всегда. Даже если этот человек пришел на бизнес, по каким-то причинам бизнес не развивает, если он знакомится с линейкой Wellness, он будет с вами всегда. Вот. Поэтому это такой классный продукт, это продукция здорового питания, о котором, ну, собственно, должен знать каждый консультант, каждый партнер в наших командах. Вот. У нас у самих, да, вот, я как сказал, у нас станет директорская команда, товарооборот Wellness, каждый каталог,
примерно, да, я вам в среднем скажу, 7400-7500 бонус-баллов. То есть это практически директорская группа, это только по wellness. Я не говорю, что это не конкретная группа, да, это в целом по нашей команде, команда большая. То есть, конечно, на wellness, да, об этом нужно говорить и нужно развивать бизнес свой тоже с wellness. Конечно, это на самом деле классно. Потому что здесь есть много разных подписок. Если человеку выгодно, то он будет это брать сегодня, завтра, послезавтра и будет рекомендовать это своим знакомым. Да? Вот. Ребят, wellness – это не только продукт для продажи, это наша миссия по оздоровлению поколений. Поэтому карты вам в руки, да, говорите о wellness, пользуйтесь сами, пробуйте. Да, все, собственно, у вас с нами будет классно. Будьте здоровы, всем хорошего роста, всем крепких, здоровых бизнес-партнеров. У меня на этом все, ребят. Я тогда отключаюсь. Давайте до новых встреч. Всем пока.